Резко попадало. Результати Марини Хомушку і справді не вражають. Чи зможе вона налаштуватися та відчути щось конкретне? Он умеет играть на музыкальных инструментах. Вполне возможно, что это гитара или пианино, но умеет. Зовут? Сейчас подождите. Саша, да? Вполне возможно, Саша. Неплохо. Хорошо. Я правильно держал? Ой, я забыла сказать. Я не сказала, что он очень симпатичный. Я-то видела, что очень симпатичный. Глаза большие. Забыла сказать. Не знаю, может быть, у нее тоже есть талант. Шаманці з Кизилу таки вдалося переконати співака у своїх надздібностях. Чи зуміє це зробити наступний екстрасенс? Олександра Шепеленко, біоенергетик з Миколаєва. Колишній радіодіджей став жінкою 15 років тому. Дар яснобачення має з дитинства. 15 років назад я була парнем і поміняла пол. Вот. И до того, как я поменяла пол, я очень плотно этим занималась. Ко мне много людей приходили и лечиться. Я занималась зеленой магией.